Друзья, всем привет! Меня зовут Антон Сузылев, я успешен на канале про спорт, где мы говорим про бег, гонки с препятствиями и лыжные гонки. Сегодня, 31 декабря, мы находимся в Лыткаре на лыжной трассе Волкуша, где мы сегодня стартуем новогоднюю лыжную гонку. И я буду записывать ее на GoPro, то есть вести лайв-трансляцию с нее. Вот. Ну что, погнали? С вами селфи. Мы вас на видео запишем. Потом буду на канале. Да, супер, все в самом начале выпуска. С удовольствием смотрю, учусь, исправляю ваши ошибки. Антон, здравствуйте. Добрый день. Вашу руку. 90-й. 90-й. Ну так, придешь на... Придешь на... Порвите всех, блядь. 8. Блин, Антон, а что без камеры? Вот она. Она всегда со мной. Друзья, всем привет. Привет, друзья. Сегодня мы находимся на Лыткарино, на лыжной трассе Волкуша. Сегодня 31 декабря, да, новогодняя гонка Волкуша. И мы с Антоном хотим вас поздравить с наступающим новым 2022 годом. И пожелать вам удачи, счастья, здоровья, спортивной больше мотивации. И приезжайте на Дайхарды каждое воскресенье в Мещерском парке в 8:00. 2 января мы вас ждем. Точнее, Женя Хомяков ждет точно. Я тоже не приеду, но я обычно буду 2 января там же. Ну все, мы спортсмены. И берите нас пример. Да, с Новым годом. Thank you.
Thank you.
Спасибо.